Доступ ко всемирной паутине в ближайшее время появится во всех ивановских библиотеках. Такое распоряжение дал глава городской администрации Александр Кузьмичев. Чиновники крайне удивились, что при нынешнем финансировании библиотечных фондов возможность пользоваться интернетом есть далеко не везде. Только 8 из 29 ивановских библиотек обеспечивают своих читателей доступом в сеть. А вот платной или безвозмездной будет эта услуга, пока не определено. Пока вопрос решается. Нам нужно сделать сначала то, что необходимо для того, чтобы подключить к интернету. А это достаточно серьезная работа. Потом будем решать, если бюджет позволит, то, конечно же, будет бесплатно. Если бюджет не позволит, на первых порах, скорее всего, это будет, достаточно символическая плата.